Друзья, приветствую вас на канале Империя Инструмента. Меня зовут Антон, и в сегодняшнем обзоре мы продолжим небольшую серию об аккумуляторных цепных пилах. В сегодняшнем обзоре у нас будет участвовать цепная пила Milwaukee, моделька M18 Fuel FHCS. Да? Но перед тем, как я начну, не забывайте подписаться, поставить лайк, ну и позвонить в колокол. Данная пила у нас входит в линейку M18 Fuel, да, то есть 18-вольтовая. Поставляется она как в нулевой версии, да, то есть так и с аккумулятором на 12 ампер. Все, третьего, собственно, не дано, да, то есть только 18-вольтовый 12-амперный аккумулятор. И начну, наверное, с шины. Да, то есть шина у нас у этой модели на 40 сантиметров. Существует еще также поменьше, да, 30-сантиметровые, да, то есть, ну, сегодня у нас 40 сантиметров. Шина у нас орегоновская, скорее всего, стоит, да, то есть здесь же сразу видим натяжка цепи у нас идет инструментальная. Также замена шины и цепи у нас тоже идет инструментальная, да, то есть на гайках. Вот. Упоры у нас стоят цельнометаллические, естественно, да. Масляный бачок у нас идет прозрачный, но здесь нечем удивить, да, то есть все стандартно, по сути. Вот на веревочке, да, то есть ничего нового. Вот. Далее тормоз цепи у нас идет, опять же, механически, да, то есть тоже стандартный, да, то есть удивлять здесь тоже нечему. Вернемся мы к режущей части, да, то есть не сказал, ширина паза у нас идет 1,1 мм, да, то есть ширина, шаг идет 3 восьмых, количество звеньев у нас 56, да, то есть, ну, в принципе, если кому-то, у кого-то не будет возможности купить оригинальную милоковскую, да, то есть можно будет по данным подобрать любого другого производителя, ну, может быть, более известных среди цепных пил. Итак, далее по пиле, да, то есть двигатель у нас, расположение двигателя у нас идет поперечное. Двигатель у нас идет M18 Fuel нового поколения, да, то есть Power Stat, да, о чем это говорит? Это высококачественные магниты используются, да, то есть и на 175% используется больше меди, чем у предыдущих моделей, у предыдущих двигателей M18 Fuel. То есть вот M18 Fuel есть старого типа, есть нового поколения, который с увеличенным количеством в основном меди в данных двигателях, что позволяет им давать высокую производительность, но в тандеме, да, то есть с аккумулятором на 12 ампер, да, то есть модель Red Lithium, да, который способен работать при минусовых температурах. Все это дело усиливает у нас, да, то есть это электроника, да, Redlink Plus, да, который защитит пилу от перенагрузок, да, то есть и тому подобное, тем самым продлит срок службы данной пилы. Ручка у нас резиновая, противоскользящая, да. По данным производителя, данная пила способна произвести порядка 150 резов соснового бруса на одном заряде аккумулятора на 12 ампер. Так ли это или нет, мы проверим обязательно чуть позже. Также данная пила способна создать конкуренцию бензопилам бытового класса, независимо от производителя. Да, то есть единственный критерий, который пишет завод, да, то есть чтобы пила была не более 40 кубов. Да, то есть, вот, в остальном она вполне конкурентоспособна с бензопилами. Единственное, конечно, что из минусов, наверное, если так можно выразиться, цена данной пилы, да, то есть она, ну, раз так в цать, превышает любую бензопилу, даже самых топовых производителей. Ну, сейчас я произведу тестовый рез, залью масло, да, то есть произведу тестовый рез, но в следующих роликах мы обязательно посмотрим, на что она способна, и постараемся раскрыть весь ее потенциал с двигателем PowerStat, с аккумулятором Red Lithium и с электроникой Red Lithium Plus, да, то есть раскроет ли она себя, как заявляет производитель. Масло я заправил, аккумулятор у меня заряжен, да, то есть пила готова, в принципе, более ничего не требуется, да, то есть за исключением, естественно, техники безопасности. Не забываем. Опа! Да, к слову, сухая масса данной пилы без аккумулятора составляет 6 килограмм 400 грамм, да, то есть с аккумулятором вместе приблизительно 8 килограмм общая масса, да, то есть, ну, с баком, да, с масляным, с аккумулятором, да, то есть, ну, порядка 8 килограмм. Так, начнем.
для того, чтобы не пропустить следующие обзоры, да, и посмотреть, на что способна данная пила, не забывайте подписаться, позвонить в колокол. Ну и напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу, да, то есть какой вы пилой, если у вас есть аккумуляторные цепные пилы, да, то есть пользуйтесь, и какое количество резов она делает, да, то есть для того, чтобы нам понять, стоит ли своих денег данная пила, да, то есть или... Собственно, нет, нам интересно, да, то есть кто чем пользуется. Надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Каждый сделает для себя свои выводы. Всем пока.